Мы с вами начали, как я вам сказал, уже самый серьезный вопрос, к которому будем, как мне кажется, возвращаться с вами так постоянно по разным поводам и случаям. Поскольку я не устаю повторять, что сущность религии в духовной жизни и суть богословского образования состоит тоже в понимании духовной жизни, в понимании ее. В отношении того уже, что каждый из нас делает, это вопрос личного, так сказать, участия, личной ревности. А существо богословского образования, то есть самое ядро, самое необходимое, это понимание основ духовной жизни. И мы к этому будем обращаться с вами по разным поводам и случаям. Будем достаточно часто касаясь даже других вопросов. Ну а сегодня у нас эта именно тема, и ее мы с вами продолжаем основу духовной жизни. Я хочу сказать о, о молитве еще несколько слов. Помните, говорил вам уже, что если нет внимания, то молитвы нет. И, к сожалению, к сожалению большую ошибку допускают и большой самообман те христиане, которые думают, что когда они становятся на молитву, но только ее читают языком или только слушают, но не внимают этому, стоят без внимания и без соответствующего благовения, что будто бы они совершают молитву. Надо раз и навсегда запомнить просто. Я не молюсь, если совершаю это без внимания. Игнатий Бринчин называет молитву без внимания даже таким словом – кощунство. Правда, это в том случае, когда человек не, не, проявляет никакого благовения и никакого напряжения к вниманию. Он называет это кощунством, повторяю вам. Потому представьте себе, представьте себе такую ситуацию. Вы идете к ректору, так, приходите к нему, вас пускают, останавливаетесь перед ним – и вдруг поворачиваясь к нему спиной, я уж не говорю задом, <сих> так, и начинаете с кем-то болтать. <сих> с его там секретарем или кем-то, а ректор сзади. Какой результат будет? Ну, понимаете. А если к патриарху так? А если к самому римскому папе, что тогда будет? Даже и представить себе невозможно. Знаете, вот такие элементарные примеры, они же нам показывают, что мы делаем, когда вдруг становимся на молитву, а сами начинаем болтать. Бог не знает с чем и с кем. Недаром Игнатий Брянчанин называет это кощунством. Итак, душа молитвы – это внимание. Душа молитвы – это внимание и благоговение. Мы не можем стать перед Богом без благовения, передевая, перескать с одной ноги на другую и посматривая во все стороны. Крестясь вот так. Знаете, как я видел старых иммигрантов там на Западе, как некоторые из них крестятся. Вы себе представить не можете. До того смешно. Он, значит, идет такое. Вот так что-то потрясет, вот так вот. Это он перекрестился, оказывается. До того это люб любопытная картинка. Да. Это он называется крестица. Видимо, человеку никто никогда не объяснил, никто никогда не показал. Может, это лицо большое, было неудобно даже показать, что он трясет рукой перед собой и называет это крестом. Но одним словом, это показатель нашего отношения к Богу. Очень важно понять, когда мы становимся на молитву, мы становимся перед Богом. Что нужно еще ну, узнать вам? Есть ступени молитвы. Молитва может быть разной. У святых отцов мы находим молитву гласную. Под гласной молитвой что, разумеется? Это или молитва, произносимая прямо вслух, или шепотом, или даже, если хотите, кажется про себя, но обратите внимание, язык шевелится, так, как будто произносит вслух. Молитва гласная. Это, так сказать, начальная ступень, первая ступень. Если хотите, детская ступень, в которой, на которой, конечно, и все мы, к сожалению, находимся. Вторая ступень – молитва умная, то есть молитва умом. Вы же э, все мы замечаем, что когда мы о чем-нибудь мечтаем, то язык-то у нас не шевелится, у нас все это происходит только в уме и все. Все происходит только в уме. Так вот, молитва может быть и умной, то есть совершаемой в уме, без действия вот этого языкового, что называется, аппарата. При этом, опять-таки, говорю, что принцип внимания и там, и здесь – в обязательном порядке присутствует. Тот человек, который который понуждает себя к молитве, понуждает себя. Постепенно у него из молитвы гласная может стать умной молитвой. То есть совершаемой в уме без произнесения, без члена раздельного, так сказать, произнесения вслух или про себя слов молитвы. Тот человек, который совершает уже умную молитву, в течение достаточно долгого времени совершает ее с вниманием, благоговением и сокрушением сердца, этот человек может получить от Бога некий дар любви, божественной любви. Какой дар? Очень важный и, я бы сказал, для нас просто интересный и непонятный. Дело в том, что когда человек молится с благоговением и покаянием, то есть когда у него участвует все-таки и сердце, то оказывается, Господь человеку, достаточно потрудившемуся, дает дар соединения ума с сердцем. Объяснять это совершенно бесполезно, что это такое поскольку это есть некий внутренний, я бы сказал, факт, который дается от Бога, независимо от человека, и который является для человека очень большим благом. Вот эта молитва, умная, соединенная сердцем, которая называется умно-сердечной молитвой, является молитвой непрестанной. Когда сердце соединяется с умом, молитва становится непрестанной. То есть в таком случае дух человека совершает молитву, чем бы он ни занимался. Каким бы делом он ни занимался, сердце у него вот чувствует, ощущает, переживает, и, если хотите, горит это сердце. Постоянно совершается вот эта молитва, молитва. Какая молитва, вы спросите? Обычно, когда говорит об умно-сердечной молитве, то речь идет о молитве Иисусовой, как наиболее краткой, на которой легче всего сосредоточить внимание и которая действительно согревает душу. При этом хочу отметить вам следующее, что непрестанная молитва может быть и безумно-сердечной, то есть без соединения ума с сердцем. То есть можно достичь часто очень повторения молитвы Иисусовой молитвы, можно достичь непрестанности, но это совсем еще не означает, обращаю ваше внимание, это совсем еще не означает благодатности этой молитвы. Непрестанность еще не значит благодатность. Ну, чтобы объяснить, как это может быть, скажу вам так. Каждый из нас имеет опыт, когда привяжется какая-нибудь, например, музыка или какие-нибудь слова вдруг привяжутся, и вот уже хочешь отделаться даже от нее, они как, они звучат и звучат, повторяются и повторяются. Ну, надоедает, в конце концов, даже это. Вот там непрестанность, в которой нет никакой благодатности. Так, оказывается, и молитва Иисусова может совершаться, понимаете ли, очень много и часто, и без соответствующего внимания, я бы сказал, сокрушения сердца, и она может стать непрестанной, но в ней благодатности не будет. Люди, которые не понимают этого, не понимают, и, найдя вдруг у себя эту непрестанность, впадают в высокоумие, считают, что они достигли уже непрестанной молитвы, то есть благодатной. То есть они чего-то достигли, каких-то высот. Это, к сожалению, самообман. Непрестанность не является еще признаком благодатности. А вот умно-сердечная молитва, которая приобретается только правильной молитвой, и, я бы сказал, упражнением в правильной молитве. Знаете, вот как спортсмены упражняются, хочешь – не хочешь. Я как-то прочитал я помню статью «Один тяжелый атлет». Оказывается, он утром, утром должен поупражняться и перебросать примерно 5 тонн. Представляете? Бедняги. Вот трудится. 5 тонн! Это утренняя зарядка. У меня голова сразу закружилась, и хорошо, что рядом диван был. Да. Перебросать – это же какой кошмар. Вот трудится. Как спортсмены трудятся. Насчет чего? Чтобы привести свое тело вот это в состояние максимальных физических возможностей. О, если бы мы подвигались хотя бы тысячную долю от этих их упражнений, применили бы к упражнению молитвы Иисусовой. Мы бы достигли блага вечного, то есть, который неотъемлемо от души человеческой, в отличие от того, что приобретают они. Итак, друзья мои, невозможно приобрести неумную, неумно-сердечную молитву без понуждения себя. Как можно, повторяю, чаще. Как можно чаще, в любом положении, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали. Всегда мы можем найти минуту, минуту, не говорю минуты, чтобы обратиться к Богу от всей души. Так вот, значит... Третья ступень – это умно-сердечная молитва. Эта молитва действительно благодатная, поскольку она дается уже от Бога, но дается только тому человеку, кто не только упражняется в молитве, понуждает себя к молитве, но и тот, обращая внимание, особенно тот, кто старается, оберегается всячески от нарушения заповедей Божьих. Кто ведет действительно нравственную жизнь? Нравственность должна быть христианской. Без христианской нравственности ни о какой умно-сердечной молитве речь не может идти. Получается сам обман. Я прошу Господи, прости меня, помилуй меня, и сам тут же лгу, лукавлю и лицемерю. Результат будет очевидным. Друзья мои, и умно-сердечная молитва оказывает не последняя ступень. Есть ступень еще гораздо более высокая. Я вот сейчас, ну знаете, вы же понимаете, вот я сейчас называю эти ступени. Это все равно, что назвать ступени достижения мировых рекордов. Вот. Есть ступень высшая и, и последняя ступень. Ступень, в которой которая сама по себе уже имеет бесконечную перспективу. Эта ступень уже называется молчанием или созерцанием, или, по-гречески, феорией, исихией. В Арсенофе Великого есть потрясающие слова. Молчание, вот это вот молчание, лучше и удивительнее всех повествований. Его лабазалии, и ему поклонялись отцы наши, и им прославились. Что это за ступень? Это ступень, когда, когда уже нет словесных обращений человека к Богу. Нет, если хотите, языковых обращений. Нет вот этих законченных, законченных, что ли, фраз и слов. Когда дух, когда ум останавливается в молчании. Он остается как вот перед, перед какой-то вот картиной, когда невозможно ни говорить, ни мыслить. Дух человека остается, остается, пораженным вот тем, той внутренней, тем внутренним переживанием, ощущением Бога останавливается, поскольку здесь невозможно ни слова, ни, если хотите, даже мысли. Остается одно глубочайшее, благоговейнейшее молчание перед лицом Божьим. Этого достигали некоторые подвижники. Обычно это достижение связано было с достижением бесстрастия, когда умолкали все страсти. И не просто умолкали, а когда искоренялись все страсти. Правда, святые отцы пишут такое, и это, видимо, то есть не видимо, а истина, что о бесстрастии говорят многие, а достигают его единицы. Но и это состояние исихии, отсюда исихасты, это состояние исихии, не думайте, что оно является постоянным у человека. Нет-нет. Постоянен пишут отцы, только Бог. Мы люди, все подвержены изменениям. И поэтому даже и это состояние сихии или состояние молчания, состояние созерцания, оно у человека не является постоянным. Оно как идет как бы волнообразно. Потому что, по-моему, Макари Великий пишет, что если бы человек, постоянно пребывал в этом состоянии, то он бы не смог и жить. Почему? Потому что в этом состоянии он забывает и о пище, и об одежде, и о всех нуждах тела. Он становится в состоянии как бы отрешенности от всего этого. Ну, если в переводе на язык я бы сказал, мистики, что ли, это состояние своего рода экстаза. Экстаза, когда действительно дух человека как бы, как бы вне тела. Человек ничего не чувствует. И вот отцы пишут, что это может продолжаться достаточно у кого часы, у кого даже и более там сутки и больше. Но это состояние, еще раз повторяю, состояние который не может быть постоянным. Кстати, вот этим, в этом моменте мы находим интересную отличительную черту христианской молитвы от нехристианских мистических состояний. Например, в индуизме, в различных системах брахманизма или в буддизме, там тоже подвижник достигает состояния экстаза. Но есть две очень важные вещи. В христианстве категорически запрещено искать состояние. Более того, прямо говорится, как только человек увлекся мыслью искания состояний, он встал на роковой путь гибели. Там, вне христианской мистики. Напротив, это является целью искания состояния. В христианстве человек ищет Бога, а не состояние. Ищет, если хотите, о то есть приобщение к Богу, ибо Бог есть любовь. И сердце человеческое также постепенно воспламеняется любовью к Богу. И как любимый движется к любимому и больше ничего не ищет. Ничего не ищет от любимого. Ищет только единение с Ним. Больше ничего. Так и человек в общении с Богом ничего другого не ищет. Никаких состояний. Такова ситуация в христианстве. Возможно это только при каком условии? При все большем приобретении смирения, о котором мы с вами поговорим, что это такое. Так вот, в мистике же нехристианской, напротив, экстаз является целью. И мы видим, и это второе, результаты если в христианстве это состояние, состояние исихии или феории этого созерцания является волнообразным и никогда, никогда не заканчивается у человека таким образом, что приводит его к смерти, так, то, в состоя... то у мистиков, напротив, очень часто вот эти состояния, если хотите, нирваны, они кончаются, заканчиваются смертью. Например, известный ученик, ученик Рамакришны, Вивикананда, который выступал с критикой христианства на международных религиозных конгрессах в Европе и в Америке, он очень молодым скончался, в 40 с чем-то лет, я не помню точно, так, он не мог выйти, как сказали его ученики, из состояния самадхи. Вот это страшное состояние каталепсии, в которое впадают вот эти мистики. Это, почему я говорю, страшное. Говорят, что сама поза их тела вызывает глубочайшее отвращение в силу неестественности, как оно скрючивается, какой-то безобразности, в которой впадает человек, вот тело человека в этом состоянии самадхи или нирваны. Так вот, говорят, он не смог выйти из состояния самадхи. Они, правда, говорят, что он не захотел выйти. На самом деле, это страшное дело, сопряженное с каталепсией. Так вот, христианская молитва, видите, имеет сколько ступеней? Гласная, умная, умно-сердечная умно и, наконец, созерцательное или молчание, которое превыше всякого слова. У Исаака Сирина есть такие слова, когда он говорит, ⁇ молчание ⁇ это тайна будущего века, то есть оно таинственно для нас в нашем состоянии. А слова ⁇ суть орудия этого мира, здорово сказано, как сильно, коротко и ну в какой-то мере ясно. Вот так, это вот то, что я хотел сказать вам да, о молитве. Видите, мы с вами сразу прошли все ступени, содержать, достигли уже совершенства в один миг. Видите, как просто. А подвижники там десятки лет и всю жизнь тратят. А мы уже с вами в состоянии созерцания пребываем. Ну, хорошо. Я хочу поговорить еще по некоторым вопросам, которые нам очень важны. Мы говорим о молитве, но еще раз вам говорю, критерием истинной молитвы и критерием Пожалуйста, запомните это. Критерием правильной духовной жизни является то, что без конца повторяется святыми отцами. Это все большее познание человеком падшести своей природы. Вы слышите? Даже не меня лично, а падшести, то есть поврежденности человеческой природы как таковой и своих личных грехов. Вот что является критерием. Как важно это знать и запомнить. По мере, по мере действительно приближения к свету мы все больше видим, насколько наша одежда является грязной, изорванной и негодной. Когда этого нет, это говорят все святые отцы, если этого нет, берегись, ты идешь в пропасть. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Это говорит один из наставников, великих наставников духовной жизни, преподобный Петр Дамаскин. Это критерии. Познание самого себя, познание того, что во мне есть, что в моем море, сколько гадов, их же не из числа. Это является критерием правильного пути. Поэтому святые предупреждали от так называемого преждевременного бесстрастия. Ведь само выражение это интересное – преждевременное бесстрастие. Оказывается, может человек возмнить, что он стяжал уже страстия. на самом деле не имея такового. Хочу указать вам на один очень важный момент, что в любом человеке, может появиться, не появиться, а возгореться одна какая-то страсть, которая способна подчинить себе все прочие. Можно подумать, что у меня нет никаких уже других страстей. Достаточно одной. У подвижников, то есть которые много подвязаются в смысле телесно, такой страстью, как правило, является гордость. Возникает гордыня, которая верно пожирает как, кажется, все прочие, усыпляет все прочие страсти и губит человека сама собой. Вот. Поэтому Святые Отцы предупреждают от так называемого преждевременного бесстрастия. Чем оно характеризуется? Невидением своих страстей. Вот. Не учитыванием вот этого вот великого критерия, о котором я сказал. Есть много замечательных высказываний, которые вы можете прочитать. Кстати, об этом можете прочитать вот в этой книжке. Я вот у Осипова вот читал. Вот, может, вы тоже прочтете, там вы найдете кое-что об этих вещах. Хочу вам сказать, что вот это преждевременное бесстрастие, оно приводит к прелести. Прелесть, с одной стороны, является, кажется, состоянием, не кажется, состоянием всех людей – Святые отцы об этом пишут. Семен Новый Богослов говорит, что все мы находимся в состоянии прелести. В чем она заключается? Это состояние прелести. В чем? Что мы непрерывно грешим и ничего не видим. Точнее, и видим себя хорошими. Вот это и есть прелесть. И видим себя хорошими. Хотя непрерывно, на каждом шагу. Это и есть прелесть. Но это, так сказать, прелесть общего порядка. Это, если хотите, затмение ума. Это какое-то помутнение ума. Есть прелесть другая. Прелесть, которая поражает тех, кто подвязается. То есть кто-то начинает трудиться. Который совершает множество молитв. Который множество поклонов и так далее. То есть занимается аскезой, если хотите. Если первая прелесть... Это просто, просто невидение себя, это ослепление, слепота, то вторая ступень прелести, в которую впадают подвижники, вызвана гордостью, мнением о себе. О ней очень хорошо пишет святой Григорий Синаид. Это преподобный XIV века. Он так говорит. «Прелесть, говорят, – в двух видах является, или лучше находит, в виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первый образ прелесть от мечтаний. Что значит мечтание? Мечтание того, что я уже кем-то являюсь, что мои подвиги уже мне дают что-то приближает меня к Богу и так далее. Вот эти мечтательность, мечтательность состояний благодатных, мечтание близости к Богу и так далее. А второй образ прелести, просто удивительная вещь он пишет, начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. В этом состоянии прельщенный берется пророчествовать, дает ложные предсказания, без непотребства, омрачив ум их сладострастным огнем, сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица. К сожалению, это мы можем видеть и в нашей жизни, по крайней мере, окружающей, когда находим таких людей, которые берутся и пророчествовать, да, и учить других людей. Но об одном об одной очень важной вещи я хочу особенно сказать. Это очень важно. Святитель Игнатий Бринчинов пишет. «Не без основания относит к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех, которые, отвергнув упражнение молитвы Иисусовой и вообще умные делания, там все отвергнув, то есть не занимаясь этим, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неопустительным участием в церковных службах, исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия устных и гласных. А они, то есть таковы, не могут избежать мнения. Устное и гласное моление Тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается, послушайте, что встречается очень редко, это вы, вы поняли о ком речь-то идет, особенно о священнослужителях, которые совершают службу постоянно, которые устно и гласно, оказывается, что встречается. Очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвою Иисусовую. Он предупреждает, оказывается, легко впасть в прелесть, то есть в мнение о себе, часто совершая богослужение, вычитывая молитвы правила, превращаясь в маститого, в маститого превращаясь. Я сколько лет служу, понимаете или нет? Десятки лет. Сколько я богослужений совершаю. Вы чувствуете, предупреждает от этого. Оказывается, оказывается, очень серьезная вещь. Оказывается, устные и гласные моления вот совершение богослужения. Тогда только плодоносно, когда сопряжено со вниманием. И подумайте, что дальше пишет, что встречается очень редко. Как легко превратить совершение богослужения в совершение чинопоследования, мероприятия. Почему же редко встречается внимание при совершении его? Потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвы Иисусовой. Тот, кто не упражняется сам, лично, не видим ни для кого, не понуждает себя кто? В молитве Иисусовой никогда он не сможет, увы, научиться внимательному совершению богослужения. Как это важно! Это как важно знать это священникам и будущим священникам. А когда вот этого нет – этого понуждения, этого внимания, вы знаете, просто естественно растет. Вы это увидите, увидите. Растет что? Мнение о себе. Я уже служу, знаете, сколько? Извольте, я уже маститый. Вот оно, самомнение. Самая жуткая вещь, которая полностью губит человека. И не только его губит, а представьте, каким он становится наставником, когда он преисполнен высокого мнения о себе. Мы опять подходим к тому же: без молитвы нет религии, без молитвы нет участия в церкви, без молитвы нет богослужения. Напоминаю вам еще раз, друзья мои, что внешнее богослужение утреннее, вечернее, всеношное литургии и так далее. Учтите, внешнее богослужение – это только атмосфера, очень благоприятная, очень хорошая атмосфера, в которой только присутствующий христианин может совершать богослужение. Прошу вас обратить внимание. Богослужение, служению Богу совершает каждый человек в своей душе. Внешне это чин, очень хороший, замечательно выработанный чин, который помогает человеку в его молитве, в его покаянии, в его словословии Бога. Богу само богослужение совершает человек в своем сердце. И если этого не совершается, богослужения нет. Мы провели мероприятие, да, церковное, хорошие, пропели стихиры, вычитали каноны. А кто совершил богослужение, интересно? Я же все время говорю, священники служат, профессора присутствуют, студенты кричат, верующие мечтают. А кто же совершает Богу служение? А где служение Богу? Где оно? Богослужение только в душе совершается, только в сердце человеческом. Не смешивайте, пожалуйста. И то, что мы называем богослужением, это мы называем только по той причине, что здесь эти церкви установленные, вот эти чины богослужебные, они – это прекрасная атмосфера, прекрасная помощь человеку в совершении им богослужения. Не надо это и нельзя этого забывать. И, друзья мои, мы подходим к очень серьезному вопросу о духовном руководстве. О духовном руководстве. Это для нашего времени это просто приобретает все более болезненный характер. Подчас катастрофический характер. Забыто совершенно святоотеческое учение о том, кто может быть духовным руководителем и каковы должны быть отношения между наставником и наставляемым я смотрю совсем забывается никаких святых отцов не признается это поразительное отступление просто поразительное отступление от святоотеческого опыта и, и наследия просто удивительно даже святые отцы уже отделенные тысячелетием от первых начал христианства уже жалуются на то, что трудно найти наставника непрелестного. Дальше, еще сложнее, Нил Сорский вздыхает. Где его найти? Ходил на Афон, не нашел. Григорий Синаид пришел туда то же самое. Не нашел делатель молитвы Иисусовой. Чем дальше, тем больше. Тихон Задонский говорит, что христианство совсем Совсем остается одно лицемерие, одна внешняя форма. Игнатий Вренчин в XIX веке пишет, Бога духновенных наставников нет с восклицательным знаком. Ему вторит епископ Феофан, святитель то же самое. Нет их. Где их найдешь? Паисий Величковский в XVIII веке искал, ходил на фон. Так и не нашел бедный. Правда, нашел книги он ахнул когда нашел вот то что мы теперь читаем добротолюбии он был потрясен, вернувшись оттуда и не имея духовного наставника он, он выработал удивительную форму удивительную говорит два три единодушных брата должны жить в послушании друг у друга в послушании какую же форму для нашего времени для нашего времени уже предлагают святые отцы. В свое время, вот 19 век, 18 век, уже начиная с Нила Сорского и дальше. Какую форму они предлагают? Как быть, если нет духовных руководителей? Как быть? Они утверждают все. Наступило время жительства по совету. То есть какому? Что значит жительство по совету? Жительство по учению священного писания – под Писанием, друзья мои, отцы разумеют не просто Библию, а Священное Писание в нашем смысле и творение святых отцов. Они все объединяют в одно. Священное Писание – это, это текст Божественного Откровения и учения отеческие. Жительство по Писаниям советом, советом преуспевших или старших, как они говорят, братьев. Повторяю еще раз, советом. К сожалению, сейчас совсем не только это забыли, а беда такая, что многие, мнящие себя наставниками, буквально, буквально подчиняют себе посомах. Буквально подчиняют. Знаете, можно было бы привести просто бесчисленное множество. Ах, я не взял. Ну, ладно. Бесчисленное множество Высказывания святых отцов, да, которые, которые говорят, говорят о, об, об этом важнейшем вопросе. Во-первых, кто духовником может быть? Это очень важно. Теремедонт, бедный и романах сафона, пишет каждый добрый русский батюшка. Даже хотя бы он задернул шторы, смотря там по телевизору, Бог знает что. Какой ужас! Это какая карикатура, какое кощунство на, на духовничество. Преподобный Кассиан Римлянин пишет, «Полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости – и высказал свои помышления, вместо врачества получили вред. Петр Дамаскин пишет, «Не всякий, кто стар летами, уже способен к руководству, но кто вошел в бесстрастие, вы слышите, и приял дар рассуждения». Тот же Петр Дамаскин, знаете, что пишет о себе? «Много я получил вреда от неопытных советников». К чему говорю? В руководство может только тому вдаваться, кто действительно уже, уже по многом знакомся с этим старцем, с этим будущим, кого я ищу наставником. Я убедился, что действительно человек, который знает святых отцов, следует святым отцам, имеет дар рассуждения. Вы слышите? Обращаю на это ваше внимание. Ибо некоторые и вам, может, приходилось даже встречаться. Некоторые просто святые. Вот, батюшки, я встречался с таким. Но он святой, как младенец. Он даст такой совет, что все. Недаром по Тереке мы встречаем случаи, когда один брат, боримый какой-то какой страстью, пошел к одному известному чудотворцу, чудотворцу и прозорливости. Тот дал ему совет такой, что он, бедный, через некоторое время взвыл. И пошел другому, я не помню их имен, а тот ему сказал так, дорогой, он тот, кому ты пошел, он святой, но он так высоко находится, что его учение не для нас, мы же с тобой должны поступать вот так и так. То есть есть те такие даже святые старцы, у которых, как они выражаются, прекрасный второй этаж, а первого совсем не знают что, разумеется, под первым – опыт борьбы со страстями. Есть люди, рождаются такие, вы знаете, вот удивительно чистые, ну, есть такие вот, удивительные просто. А у них нет опыта борьбы со страстями. Как, например, один, я знаю, в одном монастыре послушник, ну, вот он, ну, знаете, трудности у него, молодой человек, все, пошел к одному прославленному старцу, что мне делать? Тот ему ответ, Постригайся и принимай сан, и все, и у тебя больше ничего не, и все, и у тебя все пропадет. Тот говорит, батюшка, да вон даже монахи женятся, и монахи, и Вот вам ответ святого старца. Так отцы и говорили, свят, но не искусен. Что пишет Иоанн Лесвичник о выборе духовника? Потрясающие вещи. Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны, вы только послушайте, рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить всего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Все не исходили из слов Спасителя. Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Зрячесть обусловлена совсем не на себя сана, монашества и так далее. Антоний Великий ничего не имел. Был мирянином, не имел сана и не было тогда никаких чинов по стрижению монашества. Мирянином был. Он великий. Мария Египетская вообще не могла не иметь никакого сана, и никто ее не постригал. Она великая. Мы к ней побежали бы за советом, а не кому-нибудь. Надо же понять эти вещи – Благодать Божия сопряжена не с саном, не с постригом, не с какими-то внешними церковными ступенями. Она сопряжена только с одним – с духовной жизнью человека и даром рассуждения. Этот дар рассуждения – и, во-первых, имеет от природы человек рождается. Недаром в древних даже монастырях на игуменство избирали большей частью не прозорливого и чудотворца, вот бесспорного, а человека, имеющего дар рассуждения. Значит, первое, что необходимо при выборе духовника – тщательное знакомство с человеком. Слышите? Тщательное знакомство. А не то, что говорят. Он мне в лавре идет, подскакивает одна. Где мне вот этот прозорливый батюшка? с ним встретиться. Кто-то что-то сказал. Идет молва. Первое, что необходимо, то, что пишет Иоанн Лесвичник. Прежде рассудить, посмотреть, если хотите в каком-то смысле испытать, в положительном смысле. Да, прежде. То есть с большим рассуждением. Но нужно запомнить, нужно запомнить, что не случайно святые отцы уже давным, уже тысячелетия плачут об отсутствии духоносных, то есть каких наставников, которые видят душу человека. Таких уже нет. Таких нет. Не надо при этом прельщаться вот тем, что иногда говорят, вот прозорливый, вот он сказал точно, вот он предвидел, вот он назвал имя. Послушайте, что пишет Иоанн Кассиан, преподобный. Никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии, а всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания. Дальше обратите внимание. Ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, Именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Слушайте, если бы это сказал непреподобный, я бы сказал, что это кощунство. Как это именем Господа противник веры и развращенный умом, может изгонять демонов? Отчитывайте и творить великие чудеса. В один голос святые говорят об этом. Подлинно изгнать беса может только тот, кто победил страстей этих бесов, этих бесов победил в самом себе. Не победивший не сметь касаться, чтобы жестоко не пострадать самому, и не погубить тех, которые к тебе приходят. Подумайте, как ибо люди, ибо весьма часто люди, развращенные умом, и противники веры, именем Господа, изгоняют демонов и творят великие чудеса. О том, что в наше время действительно нет духоносного наставника, вот не могу не, не зачитать епископ Феофана, святителя, правду говорил такое-то, что ныне нет настоящих руководителей. Никому, он же пишет, никому руководителем быть не берусь. Слышите, истинный наставник, что говорит. О, вот научение. Никому руководителем быть не берусь. Вы предлагаете взять вас под свое руководство – святитель Феофан, не могу и не понимаю этого дела, от того никогда не берусь руководить. Вы подумайте, Игумен Никон Воробьев, я не имею дерзновения быть отцом духовным, как это было раньше, ибо сам нуждаюсь в руководстве. Святитель Феофан, когда кто сам не урочевавшись, других врачевать хочет, тогда и врач, и врачуемый в прелесть пагубную впадают и увеличивают свою проказу взаимно, а не врачуются. Настоящего руководителя, как вы определяете его, не найдете. Живых действователей нет. Валамский старец Иоанн Алексеев. Руководитель должен быть бесстрастным и иметь дар рассуждения, знать время, начинание, предприятие, устроение человека – и так далее. Вот. Природный, природный, ум, старание, понимание и так далее. О чем говорят? Вот Василий Великого еще приведу. С великой заботливостью и обдуманностью постарайся найти мужа, который бы непогрешительно предшествовал тебе в образе жизни. Как все не предупреждают, с какой осторожностью? Вы знаете, когда корабль подходит к бухте, а там рифы, требуют оттуда лоцмана, не дерзают сами идти, тоже знают, можешь посадить корабль, все. Лоцмана, то есть опытного человека, который проведет тебя среди них. Какова должна быть осторожность? Я почему так подчеркиваю, друзья мои, сейчас какой-то какое-то безумное. Хватай, батюшка благословил, и батюшка благословляет. А как пишет Иоанн Кристианкин? «Я не могу тебя благословлять или не благословлять. Вы сами решите, – пишет обращаясь к одним, – вот, я могу вам только посодействовать своей молитвой. Вы решите. А то приходит батюшка, вот я вы благословите мне жениться? Ах, он тебя из-за занавески вытащит. Вот тебе. Тот чуть не в обморок. Брык. Уж такой а от... никак не ожидал. Или наоборот, ей такого приведет. Вместо того, чтобы прийти, вот, мы уже, мы вот, батюшка, благословите, прошу ваших святых молит. Все. А тут нет. И идет, и идет. Батюшка благословил, батюшка не благословил. игра в отцы и дети. Особенно это любят женщины. Им бы надо же за кого-то бы только уцепиться, чтобы кто-то благословил. Игра, настоящая игра. Как мне поступить туда, как мне сделать это? Какую гайку мне сделать, шести- или восьмигранную? Вот беда-то, до чего дошли. И, к сожалению, часто некоторые батюшки поддаются, идут на эту, если хотите, своего рода провокацию, и начинают командовать и благословлять направо и налево впадая сами в мнение о себе и сводя с ума своих чад. Дело в общем, что руководство, как я вам сказал, кто может только руководить? Оказывается, человек достигший бесстрастия таковых уже давно нет. Вы слышите? уже давно нет. Скажите, кто не знает авторитета Яна Кронштадтского? Все. Прозорливый чудотворец. Бесспорно? Да. Святой? Да. Достиг он бесстрастия? Нет. Вы слышите? Нет. Даже он не достиг бесстрастия. Почитайте его дневники. Вы удивитесь все. Но он был действительно истинным наставником в каком смысле? Он указал путь, как нам относиться к нашей греховной жизни. Сразу каяться, сразу молиться – сознавать и опять каяться. Так вот, какого же, какого же характера отношений сейчас может быть? Когда по тщательном знакомстве, тщательном знакомстве с тем человеком, которым вы бы хотели пользоваться его наставлениями, так вы действительно в конце концов все-таки видите, что, пожалуй, он, да, наиболее подходящий из всех, кого я вижу. Тогда с ним, с ним тогда, вы можете вести жизнь по совету, но не по слушанию. По совету. С какой настойчивостью об этом пишут, пишут святители Игнатии, святители Феофан, оптинские старцы об этом, как пишут, по совету. Какому? Такому, какой друг дает другу. Слышите? Не командир, подчиненному, а друг дает другу. Поэтому должны знать, как только вы видите, видите так называемого руководителя, у которого командный характер отношений, бегите, как от огня. И сами не вздумайте стать на этот, на этот гибельный тщеславный путь. Это гибель, другого слова нет. Истинный духовник друг, друг который, если хотите, смиряется и себя держит даже ниже того, кто к нему приходит. Потому что он видит свою неспособность, он видит, что он не видит души человека. Истинный подвижник всегда смиряется, а не командует. Истинный духовник этим именно характеризуется. Для нашего времени, друзья мои, это очень и очень важно – а о жизни по совету, говорит Нил Сорский, пожалуйста, как замечательно он пишет. Вот. Игнатий Вринчанинов как пишет, скромные отношения советника к наставляемому совсем иное, нежели старцы к безусловному послушнику. Совсем иное. Хочу сказать, где и когда это было, старец и послушник. Первое. Только в монашестве в монастырях только никогда это не распространялось на мирских людей почему объясняю почему только в монастырях монашести потому что этот старец жил вместе с послушником и послушник мог вот что называется каждую минуту открывать ему свою душу и спрашивать то что нужно вот почему только даже не мог быть послушником человек который даже хотя бы монах но жил где-то отдельно, который мог приходить только изредка. Уже этого даже уже даже этого и то не могло. Привожу всегда пример оптинских. Вот Варсануфий оптинский и Никон оптинский. Вся оптина, все монашество приходили к преподобному Варсануфию, все исповедовали, все спрашивали совета, послушник был один, Никон, который открывал свою душу откровений помыслу который жил в послушании полном, все прочие за советом. Почему? Во-первых, они не жили вместе. Во-вторых, скажу вам интересную вещь, что, к сожалению, послушников-то и нет. Самые большие, на что могут, это подчиняться, как в армии, беспрекословно исполнять. Послушник совсем не тот, кто только беспрекословно исполняет. Это раб. В христианстве нет рабства. Христос не показал нам рабство между Ним и апостолами, а сказал: Не называй вас рабами, называй вас друзьями. Вы слышите? И отношения между Духовником послушником это отношение дружбы. Послушник тот, кто ищет спасение, ищет духовной жизни. Вы слышите, чего ищет? А не рабского послушания и больше ничего. Потому, когда спросили одного из святых, почему нет, не стало старцев, тот ответил, не стало послушников. Я уверен, что тот, наверное, растерялся. Да, Господи, сколько вам надо? Сколько вам надо сейчас послушников, особенно послушниц? Да, наверное, миллион и ни одного, ни одной не будет. Ищут рабство, кто бы за них принял решение, кому бы подчиниться. И меньше всего ищут духовной, совершенной, святой жизни. Вот учение о послушании, я вам скажу, это очень, это очень важное дело для нашего времени. Если мы, если мы, так сказать, не будем понимать этих вопросов, то, то мне кажется, что мы ничему не научим и сами ничего не научимся. Кстати, вот Архимандрит Кирилл Павлов сказал: вот ребятам нашим, здесь, в актовом зале, когда спросили, есть ли старцы, вот здесь, то он вот отсюда, как раз, ответил: ответил, да, стариков знаю, а старцев нет. Вернее, так, старцев не знаю, а старики есть так и с юмором, и в то же время очень верно выразил мысль. Надо это понять, друзья мои. Поэтому надо искать кого? Более опытного, ведущего лучшую, чем мы, жизнь, знающего святых отцов и имеющего дар рассуждения. Если его нет, это ужасно. Это не наставник. Когда вы придете, у вас сразу монастырь, монастырь, бегом в монастырь, Ко мне сколько знакомые обращались. Одна, помню, чуть не со слезами, молодая девчонка. Говорит, я замуж хочу, а я, пришел, я пришел в монастырь. Да, конечно, ни в какой монастырь не пошла. Но некоторые идут. И Чем кончается? Какими трагедиями? Ой, Боже мой! Вот так. Поэтому в отношении наставничества и послушничества надо им иметь взгляды святоотеческие а не те, которые стихийно у нас и не знаю, откуда, при, откуда приходят. Ну хорошо, друзья мои, на этом мы закончим эту тему, и я думаю, что мы еще с вами будем время от времени возвращаться к этим вопросам.